Так, последний. Ну, у меня много, кстати, я нашла для себя такой сайт, Леритут называется, и там я купила, значит, заказала комбинезон Сашки, который вышел супер выгодно. А комбез, кстати, он, во-первых, теплый, здесь есть такие рукава специальные с пальцем, везде резинки, чтобы снег не попадал, швы, все, ну, супер качество, ну, как бы Франция, Европа. Вот, что касается... Так, я взяла вот такие велюровые кресла, но они стильные, дизайн, в принципе, под любой интерьер подойдут, цвет, может, идут, да и вообще там очень большой выбор. Вот, кеды заказала себе. Так, и кеды вот эти вот, Ralph Lauren, ну, естественно, оригинальная всегда продукция. Они мне обошлись дешевле вообще, чем на любых других сайтах, и даже, мне кажется, дешевле, если бы какой-нибудь супер скидки была в Штатах. А я, кстати, сделала даже видео, я хотела делать вам разбор. Ну, вообще, что, где, как стоит. Ну, раз уж задали такой вопрос, вот. Очень-очень классно. А, я еще, кстати, с Санькой заказала белье там разное. Еще комбинезон суши. Классное, мне кажется, тебе пойдет, да? Да, наверное, пойдет. Классный. Заказывай. Я забыла же еще, я же еще стулья заказала. Такие тоже красивый цвет. Ну, в общем, в принципе, такой у меня уже перекликаются некоторые предметы интерьера красивые. Классно. Она, кстати, вообще недорогая. Классно? Очень классно. Закажем? Конечно, закажем. Давай. Пусть ты бывало такое, что спонтанно берешь и собираешься куда-то. Сейчас я поехала в Амхат. Сегодня спектакль Ксении Лавровой-Глинка. Поехала с сестрой. И это, знаете, серия, что я лежала, занималась делами на компьютере, потом бац, такая, надо ехать, надо собираться. В общем, ой. У нас такое бывает. Мне кажется, самые клевые поездки и мероприятия, это всегда спонтанные. Ну, естественно, все опоздали, и мы бежим скорее. Слушайте, я еще хотела сказать, знаете, а что-то я, видимо, упустила или пропустила, потому что как только я открыла страницу, знаете, мы раньше... Куда мы строили? Расскажи историю маленькую. Мы, когда были маленькие, мы строили шалаши и где-нибудь в кустах, находили какую-нибудь доску, поднимали ее, а из нее выбегало очень много разных жуков, таракашек всяких. Вот сейчас произошло ровно самое. Я открыла свою страницу, и побежали какие-то говнистые таракашки. Просто люди, вы что, жизнь прекрасна, благодарите ее каждый день, что вы вообще живете. Таракашки, дихлофос никто не отменял. Так что вот, я хочу сказать, простите, что я, в общем, пропустила миллион ваших самых интересных вопросов. Давайте мы еще раз это сделаем. Я поотвечаю, пока я буду на спектакле, после обязательно отвечу. Ложа-то у нас президентская. А у нас какие? Устраивает истерику. Сколько у нас с тобой осталось? Ну сколько? 1500? Сколько нам заплатили эти оленеводы, Джек? Нисколько! Ничего! Буч, а что ты больше всего на свете хочешь сделать, когда ты ее видишь? Бач, если тесно, да. Вот прям тесно, я бы хотел с ней переспать. Посмотри на взрослые мужики, а чем мы занимаемся? Эти рюшечки, цветочки, что это, страус? Ну, я бы, наверное, повесился, если бы моя мамка когда-нибудь увидела меня в таком виде. Я переживался эти 3 недели, просто слюни пускал, проведет. Ой, да ладно, чтобы говорил, как бы ты с Мэг познакомился? Она мне сказала, что она влюблена в Марс. Да? Да, что слышишь? Надо же. А в
вообще производит хорошее впечатление. Ну, надо сказать, и ты-то в женском обличии не очень привлекательный. На себя посмотри. Ой, не надо. Меня ж двое только что страстно жаждали. Я не ворвался. Слушай, секс-бомба ты наша.